пусть в нашем слове, длинно, в этом буквально, есть где-то буква А, и еще где-то тоже буква А. Вот такая вот картинка. А. И не рядом, а через некоторое количество буква А. Я утверждаю, что нетрудно добиться, чтобы они встали рядом. Эти самые буквы А. Вопрос как? Какой операции? Сейчас можно схлопнуть два отрезка и сделать так, чтобы отрезки лежали рядом. Чтобы схлопнуть. Берем начало первой ошки, снять начало второй ошки. Проводим вот такой отрезок. Да. Разрезаем по этой линии. Разрезали. Да. И прикладываем АК. Склеиваем по. Давайте действительно сделаем такую операцию. Как это нарисовать? Вот здесь у меня вращение по часовой стрелке, по часовой стрелке. Значит, давайте вот я здесь введу отрезок Б, да? Здесь отрезок Б. Там будет Б с чертой. А здесь будет в таком случае, он туда же направлен, да? Здесь он же будет называться Б с чертой, потому что вращение у нас такое. Замечательно. Теперь я беру вот это. Если я сюда просто перетащу, будет плохо. Поэтому я должен сначала отразить. Правильно? Когда я отражу, получится следующая штука. Значит, у меня будет вращение опять такое, поэтому А превратится в А с чертой. При отражении здесь будет вот та самая дуга, давайте ее обозначим У. Вот. Она вся, естественно, будет заменена на свое отражение, получит там черточки. И у меня еще есть вот этот вот отрезок, который раньше был Б, а теперь он стал с чертой. Согласны? Отлично. Теперь то самое время взять вот это и, повернув, приклеить. Очень хорошо. Так, что будет происходить при повороте? Значит, здесь у меня возникнет А с чертой. Дальше изначало А с чертой. У меня шло Б с чертой. Так, Б с чертой это вот в эту сторону, правда? Вот у меня оно шло. Сейчас. Б с чертой было вот сюда. Так. Ну и здесь вот это наше У с чертой. Уж не знаю, как, какие-то там. Отлично. Что происходит, когда мы здесь склеиваем? Рядом оказывается B с чертой и B с чертой. А общее количество букв не изменилось. Это значит, что мы не изменили больше ничего, просто как-то переставив, добились, что буквы B с чертой и B с чертой оказались рядом. Ну, теперь обозначим новую букву. То есть поменяем стрелочки здесь и здесь одновременно, и окажется, что рядом две буквы. Заметьте, пожалуйста, наша операция, если бы здесь где-то уже были две одинаковые буквы рядом, никак бы их не испортила. Поэтому таким образом мы все пары одинаковых букв можем, так сказать, согнать, чтобы они оказались рядом. Понятная идея? Вот помните, между прочим, я сегодняшнее занятие начинал с такого слова А, Б, А, Б. Догадайтесь, что будет, когда мы здесь соединим А и А вместе. Вот такой операции. Что у нас тогда получится? Просто А, А. Получится, я говорю А, А вот это что превратится? Б без чертой. Б без чертой, совершенно верно. Откуда эта черта возникнет? Вот отсюда. Понимаете? Поэтому, на самом деле, вот эта штука – это проективная плоскость. Хорошо, хорошо. Чего мы сейчас добились?
Если было произвольное слово, где где-то были буквы, так сказать, одинаковые, типа АА или там, С, С, то мы их можем поставить рядом. Значит, либо мы получили слово того самого вида АА, ВБ, С, С, Д, Д, такое. Это есть несколько проективных плоскостей склеенных, да? Либо в нашем слове что есть? А я с чем?